Ричи, Ричи, Ричи. Ричи, позволь мне выразить самые искренние соболезнования. Мы все так любили твоих родителей. Мои родители живы. Я молюсь за это. Ричи, я хочу, чтобы ты знал, мы предпринимаем все возможное для их поиска. Присаживайся. Ну, Ричи, зачем ты хотел меня видеть? До возвращения родителей я беру... Отпуск, сэр. Я беру отпуск в школе, чтобы быть здесь и управлять делами. Управлять? Ричи, работа главы транснациональной корпорации очень ответственна. Рабочий день заканчивается далеко за полночь. Так что я думаю, лучше поручить эту работу взрослому с большим опытом. Ясно? Я так не думаю. Кстати, Кэтбери, какова моя доля? До возвращения родителей, как единственному наследнику, вам принадлежит 51% от всех голосов. Но на несовершеннолетнего это не распространяется. Есть я, сэр. И по существующему закону, я являюсь Локо Парентис и опекуном и атлитом мистера Ричи. И, следовательно, передаю ему все права и полномочия. Кстати, United Tool не закрывается. Отлично. 1-0 в вашу пользу.